Всем привет, с вами Василий. Самые дорогие украинские банкноты стоимостью в квартиру. Кто коллекционирует банкноты Украины, тот знает, о чем это я. Нет, не красивые номера со всеми одинаковыми цифрами. И не браки, хотя они тоже привлекательны. Ладно, зайду с другой стороны. Кто-нибудь слышал имя Георгий Нарбот? Кто коллекционирует монеты Украины, знает, что в 2006 году выпущена монета 2 гривны, посвящена этому человеку. Да и на марке 2006 года он тоже есть. А кто коллекционирует украинские банкноты, просто обязан знать, что это величайший украинский художник-график и автор первых украинских денежных знаков, банкнот и марок. Также он является автором последних двух банкнот УНР, которые так и не были выпущены в оборот. Это 50 и 1000 гривен 1920 года. Красивое, согласитесь? Им уже 100 лет, а выглядит очень даже по-современному. Я бы сказал, да тут фору многим современным банкнотам мира. Вот это шедевр. Но скажу вам, что найти даже фотографии оригинала в интернете составляет трудность. Не то чтобы найти реальную продажу. Но я нашел. Ну вот 7 февраля 2019 году в Берлине аукцион Гартнер. Кристофер Гартнер, была продана банкнота 50 гривен 2019 года, стартовала с 15 тысяч евро, продана за 16 тысяч евро. Ну и еще, наверное, там около 20% налог. Смотрим большим крупным планом. Здесь на банкноте видно перфорация, мустер, образец. Видно надрывчик. И реверс. Банкнота была вклеена в презентационную книгу. И вот так по-варварски оторвали ее. Да, знал бы тот, кто рвал, сколько она стоит. Вы, наверное, бы специалисту занес бы, чтобы все можно же было бы. Как-то так. Жалко, конечно. И 1000 гривен. Тоже в тот же день была продана. Стартовала с 19 тысяч евро. Продана за 20 тысяч евро. Та же история. Вместе лежали. Ну и здесь еще оторвали. И здесь еще есть какая-то печать. Такс, и так, водяные знаки еще вам покажу. Вот нашел на форуме звезды на водяных, на банкноте 50 гривен. Эти банкноты печатались в Вене, в Австрии. Это, в принципе, обычные водяные знаки для банкнот того времени. На 1000 гривен были трезубцы. Вот так вот выглядит. И еще одну банкноту нашел в состоянии получше. Была продана в 2016 году, 3 года назад, в октябре. 50 гривен в состоянии Very Fine Plus написано. За 25 тысяч евро. Но, к сожалению, реверса нету, и аверс тоже такой маленький. Увеличить не получается. Вот такие вот пироги. Ну а эти копии я разыграю. По две штучки, два человека получат два наборчика, по одному наборчику. Ну вот это именно те банкноты, которые как бы можно временно положить в свою коллекцию копий. Но я желаю вам обязательно пополнить свою коллекцию оригиналом. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.